В Александровском зале Института международных отношений Казанского федерального университета стартовал 4-й международный научный форум России и Китая в меняющемся мире. Основной его целью является налаживание сотрудничества между двумя передовыми державами – Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, дружественные отношения которых наиболее важны в условиях многополярного мира. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов почетных гостей форума и представителей Казанского университета. Среди выступавших были генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казань Сянбо, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина, первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрудинов, директор Института Китая и Центральной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев и китайский писатель Жуань Мэй. По словам каждого из присутствующих, особенно радует многолетняя плодотворная работа вуза со студентами с одной из наиболее активно развивающихся стран Китая. Экономическое сотрудничество сегодня восстанавливается именно по пути, который был когда-то так называемый «шелковый путь». Сегодня экономическое сотрудничество между странами Азии, России, Китая, странами Юго-Восточной Азии выстраивается по совершенно иным логистическим цепочкам. И очень важно понять, какие мы будем иметь проблемы, потому что ни одно дело без проблем не обходится. Мы должны готовы будем решать проблемы. Конечно, российско-китайская тема, например, которую вот мы обсуждаем на этой научной конференции, она как никогда актуальна. Первый раз за историю наших торгово-экономических отношений в России и Китае в этом году товарооборот достигнет 200 миллиардов долларов. 200 миллиардов долларов впервые. И, конечно, с Татарстаном отношения у нас тоже активно у Китая развиваются. У нас есть межправительственные соглашения с рядом провинций Китая. Это и Сычуань, и Хэлудзян, и Чунцин, и Аньхой, и множество провинций, с которыми мы подписались. И есть еще 18 городов-побратимов у наших муниципалитетов тоже. И, соответственно, бизнес очень комфортно и ярко достаточно реализует здесь свои инвестиционные проекты. Лидеры двух наших стран уже объявили недавно о проведении годов китайско-российской культуры в следующем году и в 2025 году. Я думаю, что это тоже является важным решением, принятым нашими двумя сторонами с целью долгосрочного развития китайско-российских отношений. Программа двухдневного форума обширна. Сразу после торжественного открытия гости мероприятия, спикеры и делегаты отправились на пленарное заседание. Студенты и преподаватели зачитали свои доклады и заслушали выступления коллег, отвечающих на самые разные вопросы. Ключевая тема – отношения России и Китая. Поговорили о векторах развития и наметили планы на будущее. Под особым вниманием – образование и возможности, которые вузы представляют студентам со всего мира. От обучения в университетах по программе обмена до комфортных условий ведения международного бизнеса на территориях государств. Профессора и преподаватели Казанского федерального университета, Московского государственного университета, Московского государственного института международных отношений, Российского университета дружбы народов, а также Института Китая и современной Азии представили свои работы, касающиеся тем или иным образом сотрудничества стран. Две статьи, которые обе посвящены китайской современной литературе. Одна из них касается таких символов в китайской современной литературе. Да? Мне кажется, что изучение именно современной литературы, оно сейчас очень важно для студентов, потому что понимание культуры, да, это всеобъемлющее такое понятие, к которому нужно подходить и сквозь литературу, и какие-то исторические процессы. Нельзя учить китайский язык в отрыве от культуры и литературы. И, соответственно, понимание изменения литературных процессов, оно также влияет на понимание культуры и языка в целом. Одной из дискуссионных площадок стал шоурум Высшей школы журналистики Института социально-философских наук Казанского федерального университета, где в рамках форума развернулась настоящая дискуссия. Экспертами выступили ведущие умы столицы нашей страны, доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Михаил Карпов и доцент кафедры теории и практики иностранных языков Российского университета дружбы народов, доцент кафедры международного производственного бизнеса Государственного университета управления Алина.
Олег Тимофеев приняли участие в работе экспертной площадки «Новые механизмы российско-китайского межгосударственного и регионального сотрудничества», десятилетию инициативы «Один пояс, один путь» и десятилетию формата «Волга-Янцзы». Самое главное, активно развиваются российско-китайские экономические отношения. Они завязаны на множество проектов, имеют множество ипостасей. Россия становится все более важным экономическим партнером Китая. Мы отошли от той ситуации, которую раньше китайские наши партнеры называли в политике горячо, в экономике холодно, то есть уровень политического диалога значительно превосходил уровень торгово-экономических отношений. Россия становится все более важным партнером для Китая. То все российско-китайские проекты, так сказать, и участие там сопряжение России в поясе пути, и этот знаменитый для данного региона проект «Волга-Янцзы», все эти проекты нельзя рассматривать вне общего контекста российско-китайских отношений. А этот контекст определяется намного более глобальными сюжетами, связанными с китайско-американско-российскими отношениями, с текущей, так сказать, геополитической ситуацией в Европе, с аспектами, связанными с нормализацией китайско-американских отношений. Параллельно основной части форума также прошло торжественное открытие казанской модели Шанхайской организации сотрудничества. В лице Казанского федерального университета был представлен проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Отметим, что генеральными партнерами форума стали Российское историческое общество, Общество российско-китайской дружбы, Министерство науки Российской Федерации, Институт востоковедения, а также Институт Китая и Современной Азии Российской академии наук. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Аделя Файзулина, Универ Новости.